Дорогая теща, обещаю, на выходных поедем на дачу. Любимая, сегодня ужин с меня. Ты самая красивая. А какое обещание сегодня дали вам ваши мужчины? Окружной флешмоб провели молодогвардейцы четырех округов – Щелково, Фрязино, Лосино, Петровского, Богородского. На улицах Щелково волонтеры поздравили с Международным женским днем представительниц прекрасного пола и подарили букеты весенних тюльпанов, а с ними улыбки и прекрасное настроение. Такой приятный жест стал неожиданностью для многих представительниц прекрасного пола. Сегодня вместе с командой Молодой гвардии мы вышли на улицы города, чтобы поздравить прекрасных дам с замечательным праздником 8 марта. В этот солнечный день подарить прекрасное настроение, бодрость духа, создать эту атмосферу праздника и просто сделать людям приятное. Дорогие дамы, замечательные, прекрасные, чаще улыбайтесь, мы вас очень любим, ценим и будем беречь. Евгения Корытько, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.